Олень застрял в болоте и почти потерял надежду. На помощь пришли лесники. Нерасторопный олень случайно угодил в глубокое болото и почти потерял надежду. К счастью, на помощь попавшему в беду животному пришли лесники. Вытащить тяжелого зверя из трясины оказалось очень нелегко. Олень не понимал, что ему хотят помочь и несколько раз попытался боднуть лесника рогами. Тогда люди решили воспользоваться веревкой. Ее накинули прямо на рога и потянули всем скопом. Через какое-то время трясина нехотя отпустила пленника. Испуганный олень пустился в бега, так и унеся веревку с собой. Уважаемые читатели! Помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, Алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.